cut so much you thought I was a DJ. Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и это летсплей «Безумное приключение». В общем-то, я уже пытался один раз записать, у меня крашнулся Майнкрафт, вот, так что мне пришлось перезаписывать, естественно. В общем, на чем мы остановились в прошлой серии? Остановились мы на том, что мы сделали вот такой вот ключик волшебный, который может снимать сундуки, абсолютно все блоки. И также мы поснимали блоки там разные, спавнеры и так далее. В общем-то, давайте я вам расскажу сначала про обновление, а потом про все, что я успел сделать без съемки. В общем-то, что я поставил на эту сборку? Я удалил мод Люканит, который добавлял там всяких мобов злых, как там они называли, зоотавры и так далее, подобие вот таких. И поставил не менее хардкорный мод, который называется Mock Creatures. Мне он больше всего понравился. Вот, я поставил Mock Creatures, всякие вот животные, там потом хардкорный очень мод. Вы можете посмотреть по карте, сколько я умирал здесь. Мод очень хардкорный. Также поставил мод на новые стрелы, на билдкрафтовские трубы на новые. Вот, ну и все, в принципе. Значит, что я... Теперь приступим, что я успел сделать без съемок. Без съемок я тут, ну, второй этаж я еще не доделал, я здесь все это осветил, дело. Вот, также поставил там кровати. Сделал вот такой вот, довольно-таки милый получился домик. То есть здесь у меня такая стенка, где у меня находятся всякие ресурсы, тут броня и так далее. Здесь у меня расположен все для мода Tinker Construct, то есть здесь у меня всякие... формочки и так далее. Здесь вот печку я построил из Tinker Construct. Вот. Тут у меня лежат непереплавленные руды. Это антиверстак. Здесь у меня пока что все мои руды лежат. Я их потом перенесу вниз туда, когда сделаю комнату еще одну. Здесь у меня такой вот довольно-таки миленький огородик получился. Вот такой вот. И здесь у меня самые лучшие мои вещи, которые у меня есть. То есть здесь самые офигенные мечи, там все дела. В общем-то, давайте спустимся вниз. Внизу у меня тут стоят три печки, которые я переплавлял. Кстати, до сих пор камень остался, чтобы закрывать дырки. Потому что тут чешуйниц было очень много, особенно вот это вот все было чешуйницами заделано. Так, я слышу мобов, и мне это не очень нравится. Лошади. А, это наверху, наверное. Окей, значит, тут у меня уже кролик есть, которого зовут Джерри. Вот такой вот кролик. Лол, а где он? А, вон он. Также вот тут я уже магические всякие вещи начал ставить. В общем, вот что у меня получилось. Ну что ж, во-первых, чем мы будем сейчас заниматься? Мы сейчас будем усовершенствовать наши карьеры. То есть я уже сделал себе... там склад из старого дома, я сейчас вам его тоже покажу. Вот, и сейчас мы усовершенствуем. Сначала я возьму все, что мне нужно для усовершенствования наших карьеров. Так, сейчас я посплю, чтоб всякие мобы меня не смогли убить. Вот, видите, сколько всяких орков спавнится и так далее. Очень много, очень хардкорный мод, он всякие там волки спавнится. Вот, мне это не надо, то есть мне надо будет как-то закрывать этот этаж, а будет, кстати, заняться, то все руки не доходят. В общем, я поставил мод на телепортационные трубы. Только как он там называется, я уже не помню. По-моему, Транспорт Пайп, по-моему, так называется. Да, вот, или нет, или да, или нет. Давайте так попробуем. Транспорт пайп. Стоп, я слышу слизни. И меня это раздражает немножко. Эти всякие слизни. Так, стоп. What the fuck? Чё у меня неровно так стоит эта лестница? Ладно, я потом это все сделаю. Надо звуки сделать поменьше, а то слишком громко. Так, по идее, они
Нет, это из additional pipes. Мне нужны именно транспорт pipe. Транспорт. Или телепорт pipes. Я уже не помню. По-моему, телепорт. Да, вот телепортационные трубы я установил, короче. А это что это такое? Телепортер. Ладно. В общем, нам нужна вот такая вот труба. А точнее, их три нам нужно. Точнее, четыре. Значит, мне нужно... Я уже посчитал. Мне нужно 4 ока эндера. Потом 4 стекла. Так, берем 4 ока эндера. Так, есть. Первое у нас есть. То, что нам нужно. Теперь берем... Так, у меня стекло есть. Блин, у меня только стеклянные панели. Песок есть у меня. Песок. У меня, по-моему, его очень много. Мне нужно 4 песка. Примерно. Так, вот тут у меня песок. Ну ладно, возьму его 14. Переплавлю его, потому что там нам надо будет он в крафтах. Так, забираем уголь отсюда. Так, я также посчитал, что мне нужно 32 алмаза, 32 золота, 32 железа. Так, 45 возьму железа. Возьму алмазы. Сейчас золото взял, алмазы. Так, неэлектризованная сталь. Возьму вот это. Также мне нужен кобблстоун. И нужны будут палочки. Палочки. Я их сейчас сделаю из дерева. Так, я слышу какого-то неприятного моба, который где-то рядом. А, вот они, орки. Здесь, ладно. Давайте сейчас похаваем. Так, и теперь нам нужно, да, сделать палочки. Блин, я все-таки хочу взять себе вот эти ботиночки. Я не хоть буду быстрее передвигаться. Потому что я привык в этих ботиночках передвигаться. Так, берем палочки, делаем себе. Делаем, получается, нам нужно 4 шестерни. 1, 2, так, 4. 4, есть. Сделали, теперь делаем 4 шестерни из кобблстоуна. Так. Точнее, подождите, нам надо 8 сделать. Да, нам надо 8 сделать. Значит, я задумался и как-то протупил немножко. Так, нам надо сделать 8 шестеренок. То есть эта серия будет у нас посвящена нашему складу. Так, теперь мы делаем 8 шестеренок из железа. Ну, возьму 9, без разницы. Ой. Вот так вот. 8. Железо забираем. Теперь мы делаем 8 шестеренок из золота. Думаю, достаточно нам золота будет. Пока что сделаю так. Все. 8 шестеренок из золота. И теперь 8 шестеренок из алмаза. Так жалко мне их алмазов, но у нас зато их будет очень много, и у нас будет все это упрощенное. Вся эта упрощенная тема добычи ресурсов будет. То есть нам не надо будет строить дофига там труп и так далее. Все, у нас есть 8 алмазных шестеренок. Теперь мы, значит, отправляемся за нашим стеклом. У нас оно уже готовое. Теперь мы берем 4 шестеренки сюда, 4 сюда, потом стекло. И 4 этих получаем. Item Transport Pipe. Это телепортационная труба. В общем-то, мне нужно будет сразу себе еще кирочку бы сделать. Наверное, сразу сделаю алмазную себе, чтобы не париться. Так, первое мы сделали. Теперь, что нам нужно еще сделать? Нам нужно сделать такую фишку, которая называется Chicken Chunks. Значит, точнее, из мода Chicken Chunks, которая нам будет прогружать чанки. Значит, нам нужно ввести Chicken Chunk. Нет.
так. Чи. Нет, стоп. У меня же было это. Ладно, давайте так найдем. Я, в принципе, помню, как оно выглядит. Примерно. What the hell? Так, стоп. А где этот мод? Собственно говоря. Подождите. Чанок. Вот, может, здесь? Так, ребят, извините, пауза. Итак, ребят, я, в общем-то, вернулся. Вот я нашел Чанк Лодер эти. Так. Это, что я тут наделал? Так, нажимаем R, как они крафтятся. Золото. Один энчант столик и один этот. Это у меня все есть, в принципе, я думаю. У меня, по-моему, энчанты где-то были. Что-то какие-то подлагивания. Надо будет установить, наверное, попробовать Optifine еще. Так. И мне нужно будет еще 8 этих штучек, вот так, чтобы сделать маленькие эти прогрузчики чанков. В общем-то, и нужно еды взять другой, сколько это будет мне долго естся. Вот, да, у меня есть, и нам нужно золото. Да, вот золото. Ложим сюда один энчант столик, потом облаживаем его золотом и ложим вот сюда. Получаем чанк лодер и положим его вот сюда. И облаживаем. Получаем 10 спот лодеров. То есть они нам будут, в принципе, прогружать наши чанки, я думаю. По крайней мере. А ну давайте посмотрим. Ой. Надеюсь, оно киркой сломается. Так. Тыкаем правой кнопкой мыши. Что за говно? Какого фига? What the hell? Кстати, а ну, у меня вопрос такой. Нам, значит, небольшой, а нужны... Точнее, не маленькие, а большие нам нужны. Вот, я сейчас это все заберу себе. Все, что я накрафтил. А ну. Да, вот здесь все. Нам нужен большой, значит, один... Энчант-столик. Точнее, прогрузчик наших чанков. Давайте на всякий пожарный сделаем, наверное, еще. У меня, по-моему, еще были энчант-столики. Я их, по-моему, собирал, если не ошибаюсь. Здесь, по-моему. Нет, у меня больше нету энчант-столиков, походу. А, нет, стоп. Есть у меня энчант-столики. Так, по идее, должны здесь они лежать, значит. Да, вот есть еще один энчант-столик. Маленькие, они там, по-моему, грузят небольшие чанки. А мне нужно, чтобы оно грузило довольно-таки большую территорию. Так, верстак. Ложим сюда и ложим, облаживаем золотом и ложим вот так. Все, получаем еще один чанк-лодер. Так, это мы сделали. Чанк-лодер. И телепортационную трубу тоже сделали. Можно было бы еще сделать карьеры, но это я сделаю уже без съемок. Расставлю еще раз карьеры. Так, давайте поспим. Потому что ночь, я не хочу ночью идти. Так сказать... выставлять это все дело, поэтому я лучше посплю. Сделаем так. Вот. В общем-то, давайте сейчас я отправлюсь... так, лол. Ладно, окей. Отправлюсь, так сказать, в наш склад. Не будущий, а уже который есть. Вот. То есть вот он. Будет склад у меня, то есть я там уже пробовал карьер ставил, вот, здесь у меня получается идет итемы, здесь стоит распределительная труба, которая сортирует уголь, здесь у меня получается будут стоять генераторы, это я тоже все без съемок сделаю, вот здесь у меня будут стоять генераторы, вот так вот, 4 генератора, которые будут питать мою, так сказать,
сэндбокс, или как так он называется, чтобы питались все карьеры. И также вот здесь распределительная труба, которая сортирует у меня кобблстоун, гравий и землю. Вот, и она вся уходит вон туда вот в лаву. А все итемы остальные, они у меня уходят вот на мой склад, так сказать. Вот он мой склад, то есть вот так вот он выглядит. Вот тут даже уже, по-моему, есть, да, вот кварц, всякий янтарь и так далее. В общем, что мы будем делать сейчас? Мы сейчас будем, собственно говоря, усовершенствовать эту всю схему. То есть мы поставим вот сюда одну телепортационную трубу. Да ё-моё. Хотя, ладно, я так. Поставим сюда... А, нет, не получится так, да? Ну ладно. Давайте еще вот так вот уберем это все дело. И поставим сюда телепортационную трубу. Отлично. Теперь нам нужно удалить вот это все дело. Так, удаляем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то я перебрал с удалением. Ну ладно, сейчас мы это все восстановим. О, чё я парюсь? Ёшкин кот Каренбабай, чё я парюсь? Я ж могу мушкой стать и могу летать. Так, давай, становись быстрее. Мушкой, все отлично. Значит, ставим мы наши трубы таким вот образом. Ну, здесь я лишнее уже поставил. Мне хватит и вот этих труб. Все. Теперь сейчас я сделаю еще здесь быстренько это все дело. Ой. Вот так. Ставим сюда. Сюда. И вот сюда. Теперь ставим. Метеорит, кстати, бухнулся где-то недалеко от нас. Так, значит, убираем трубы. Теперь ставим вот таким вот макаром еще две трубы. Заодно сейчас я вам покажу, как это все делалось. И ставим вот сюда. Нет, не сюда. Стоп, 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 стоп. Так, вот сюда нам нужно. Вот сюда нам нужно поставить эту трубу распределительную. Сюда мы ставим обычную и сюда телепортационную. Все, окей. Теперь нам нужно взять угля чуть-чуть. Даже не чуть, а один этот из угля. Так, что-то я не могу. Вот, все, вылетел. Так, стоп, 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 стоп. Это дорогая очень труба, она нам так пригодится еще. Тыскаем по трубе и в черненькую ложим уголек. Вот. Положил, все. Теперь у нас будет отсортировываться уголь. Теперь нам нужно все это дело доубирать до конца нашего карьера. Я буду, кстати, еще как-то с телепортом энергии как-то это все сделать, чтобы у нас энергия, ну, чтобы не строить такие проводянки, а сразу, чтобы у нас энергия шла. В общем-то, что мы делать будем? Мы ставим вот сюда трубу такую и ставим сюда трубу телепортационную. Все. Теперь тыцкаем. Так, сейчас. Тыцкаем правой кнопкой мыши. У нас открывается такая менюшка. Мы выставляем здесь значение 1 и выключаем эту трубу. То есть у нас она должна быть выключенная. И теперь то же самое делаем с той трубой. И по идее у нас все должно работать. Если я не ошибаюсь. Так, сейчас. 1. Все, они как бы сопряглись, эти трубы. И по идее у нас должно сейчас все работать. Так, проверяем. Да, все пошло. У нас все телепортируется, по идее, вот сюда. И это все довольно-таки быстро происходит. Теперь, то есть вот, у нас все вот так вот и будет расположено. Так, теперь нужно посмотреть, там все нормально у нас. Кобблстоун уходит. Да, все окей. В общем-то, теперь мне нужно поставить где-нибудь тут Chunk Loader. Поставить его на...
На 300, ну на 200, на 225 чанков. Все. А ну-ка, лазеры, какую он территорию будет прогружать? Да, маленькую он будет, правда, территорию прогружать. Давайте больше поставим, давайте на максимум. 361 чанг пусть грузит он. Вот теперь территория отличная. То есть вот эту территорию он будет и прогружать нам. Так. Все, чанг-лодер нам один. Нам его даже одного достаточно. Нет, пускай он вот так, как было, так и грузит. Все, вот так вот он будет у меня расположенный. То есть вот отсюда у нас он будет грузить, так сказать, наши чанки. Все, лазеры мы можем убрать, в принципе. Вот так вот. Все, готово. То есть у нас все окей, в принципе. Потом мы, я еще раз положу где-нибудь вот там вот наш карьер. Ну или начну сначала, вот здесь где-нибудь расположу карьеры. Вот, и то же самое сделаю с телепортационной трубой, то есть поставлю ее на такое значение. Кстати, оно довольно-таки быстро у нас работает все. То есть у нас поступает с этой трубы сразу в эту, и все. Так, чтобы еще сделать такое... Да, давайте еще, кстати, у меня такая вот идейка. Давайте еще попробуем поставить чанг-лодер у себя там, на нашем месте. Чтобы у нас тоже тут чанки прогружались. Так, давайте его где-нибудь вот здесь влепим, под землю, в землю его поставим, этот чанг-лодер, рядом с метеоритным щитом. И поставим тоже на максимум, чтобы максимум чанков у нас он, так сказать, генерировал. Вот, максимальная прогрузка чанков будет сейчас. Вот он прогружает все. Отличненько. То есть у нас здесь, который будет выполняться дела, ну, какой-то механизм, если будет работать, то он будет это все дело прогружать. В общем-то, вот так. Теперь... Отправляемся назад к нам в наше место. Кстати говоря, нам нужно поставить где-нибудь у себя здесь этот waypoint с названием Home 2. Вот так вот. Нет. Группы не Player Death, а пускай будет All. Вот так. Все. Отличненько. Значит, надо похавать. По идее, все должно работать сейчас нормально с этими чанг-лодерами. Так, а ну-ка. Ну, я поставил на максимальные. А ну, прям. Сейчас мы телепортируемся на хом. Точнее, не на хом, а наш сквад просто. Да, вот он у нас быстренько так чанки все прогрузил. И карьер продолжает свою работу. По идее, все должно быть нормально, то есть он, по идее, чанки прогружает довольно-таки большие, а ну, сейчас мы точно узнаем, какую территорию он точно грузит. Ага, то есть эту территорию он уже не грузит, если я далеко от чанг-лодера. Стоп. Я не вижу. По идее, должно нормально. То есть он грузит довольно-таки большую территорию. По идее. По идее, все окей. Ладно, время, в общем-то, покажет. Какую он там территорию грузит и так далее. Если все будет окей, то у нас должно быть очень много этих всяких там. Ой-ой-ой-ой. Надо будет, кстати, хом поменять. Кстати, реально, чанки он быстро прогружает. То есть я вот телепортируюсь же между этой всей фигней, и чанки он грузит довольно-таки полезный.
мод Chicken Chunks. Ну что ж, я думаю, на этом мы закончим. Следующую серию я буду, так сказать, делать, точнее, без съемок я поставлю карьеры. Вот. Так, глюки. Без съемки я поставлю карьеры. Наши еще там несколько карьеров, кстати. А, ну все правильно. В общем, поставлю карьеры еще без съемок. Налажу всю эту фигню. Вы уже поняли, как это все будет у меня работать. Вот. Ну и все, без съемок я, в принципе, это больше делать ничего не буду. Ну и в следующей серии мы начнем изучать мод Ars Magica. Я так думаю, может даже какой-то другой мод изучим. Ну, в общем, на этом, я думаю, мы закончим. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Джокер. Всем удачи, всем пока.